Ну, сейчас о главных темах выпуска более подробно. Весна в этом году ранняя и достаточно прохладная. Но это не помешало белореченским аграриям выйти в поле и приступить к севу ранних яровых культур. Как нам сообщили в Управлении сельского хозяйства, в этом году посевная идет гораздо активнее. Если прошлой весной ранними яровыми в это же время было засеяно всего лишь 8% от запланированных площадей, то на сегодняшний день 22%. Параллельно земледельцы завершают ранневесеннюю подкормку озимых культур. Практически закончена химпрополка. Больше 90% обработано озимых культур. Значит, сделано 80% от запланированных площадей. Отработано фунгицидами против болезней по озимым культурам. Вот. Но вот осадки выпадающие, они немножко сдерживают темпы работ. Всего планируется в районе посеять порядка 9 тысяч гектаров кукурузы на зерно, около 5 тысяч гектаров подсолнечника и чуть больше 2 тысяч гектаров сои. При благоприятной погоде весеннюю посевную в хозяйствах района планируют завершить уже к середине мая.